Приветствую всех. Сборка 3590. Новый системный блок. Собран в корпусе First Player Firebase X2. Корпус на закаленном стекле. Спереди и сбоку будет закаленка. Системник собран на базе процессора AMD Ryzen 3 1200, но ревизия AF. Ревизия AF — это второе поколение Ryzen'ов, хоть и название первого поколения, ядро уже идет Pinnacle. Ну и лишние там 5-10% производительности от Ryzen 1200 обычного все-таки додает. Это ощущается как в работе, так и в тестах. Процессор четырехъядерный, сокет AM4. Базовая частота 3100, и до 3,4 ГГц он гонится. Все так же, как у обычного 1200 Ryzen. Сейчас вот идет АФ-ка, а бывает так, что приходят процессоры, а ревизия старая. Нигде это не регламентировано, тут уже смотрим по факту. Процессор 65-ваттный холодный, ну а вентилятор у нас стоит на процессоре Aerocool Core Plus, такой вот ARGB подсветка, вентилятор 140 мм, рассчитан кулер под 110 Вт, теплопакет, соответственно, 65-ваттный процессор греться не будет, ну и вентилятор будет не сильно вращаться. Помимо внешнего вида, у него есть вот эта особенность: вентилятор дует на материнскую плату, охлаждает сокет, всю цепь питания проца. Самое главное, наверное, это SSD-накопитель, достается оперативке и видеокарте, так что от него не только красота, но еще и много-много пользы. Плюс 4-пиновая колодка, соответственно, кулер будет вращаться по мере нагрева процессора. Ну и, в принципе, этого кулера хватает и на более мощный процессор. Материнская плата на 320 чипсете, Gigabyte A320MH, здесь 6 фаз питания, 8-пиновая колодка доп. Питания. Чипсет, в отличие от Intel бюджетного, может гнать спокойно частоту. И здесь стоит у нас память Patriot Viper на 3 ГГц профиль разгона. На этих 3 ГГц спокойно запустилась, тем более в одноканальном режиме вообще все просто. И память работает и на высокой частоте, и на 16-х таймингах. Если бы была встройка внутри процессора, я бы сказал, что двухканал здесь необходим. Ну а когда встройки нет, двухканальный режим, конечно, дает чуть-чуть производительности, но не так это все страшно, как со встройкой. Надо будет, можно будет в будущем поставить вторую восьмушку. Ну а четырешки мы просто не ставим, куда их потом девать. На плату можно поставить как 2 по 4, так 2 по 8, 2 по 16 и даже 2 по 32 гигабайта. Тут проблем особых нет. Также есть разъем Ultra M2, и в нем стоит SSD-накопитель фирмы SK Hynix оригинальный с NVMe интерфейсом. То есть по шине PCI Express быстрый накопитель, не с SATA интерфейсом. Ну а этот разъем может принимать и SATA интерфейс. Этот SSD-накопитель на 256 гигабайт, и второй жесткий диск у нас внутри в корзине находится, фирма Toshiba, на 500 гигабайт. Дешево они к нам приехали, поэтому ставим эти 500-ки. И получается классическая связка SSD плюс жесткий диск. Всю важную информацию хранят все-таки на жестких. SSD — это флешка, и какая бы она ни была надежная, если вдруг что-то пойдет не так, информация с нее вся слетит. И вытащить будет проблематично. Здесь стоит дискретная видеокарта GeForce GT 1030. Пожалуй, это одна из самых недорогих дискретных карточек. На 2 гигабайта GDDR4, фирма Gigabyte. С GDDR5 практически уже не встретить видюшек. А если встретить, то уже на 2-3 тысячи дороже. В общем, все пропали с рынка. Месяц назад чуть ли не последние карточки были. Эта видеокарта находится по уровню между Vega 3 и Vega 8, но если Vega 8 будет в одноканале, то те же 750 попугайчиков да покажет. Ну а самая мощная графика 730 у Intel показывает 600 попугаев, так что какая-никакая, но видеокарта что-то да может, какие-то современные игрушки да запустит, а если настройки убавить, то будет все идти. С другой стороны,
Я не думаю, что надолго эта видеокарта задержится. В будущем можно будет поставить. Блок питания мы поставили сразу на 500 ватт, чтобы особых каких-то ограничений по установке видюшки не было. Корпус на закаленном стекле, стекла с небольшим отступом прикручены. Есть на корпусе разъем USB 3.0 и 2.0, такой компактный коробок. Сверху есть даже перфорация, чтобы горячий воздух тоже мог выходить сверху, прикрыто таким пыльником с магнитной основой. Вентилятор на выдув тоже с RGB подсветкой. В общем, такой стеклянный кубик. И по деньгам мы так подогнали примерно под 30 тысяч рублей данный системный блок. Полноценный системник с жестким SSD на DDR4 памяти.